наш новый объект. Всем добрый день. Тридцатка. Утеплитель. 1,20 м на 60 листы. Часть вентилируемого. Вентилируемый его пиром будем цеплять двадцаткой. Цоколь. Стиродур двадцатка. Такой довольно интересный проектик. Здесь, где утеплитель, будет клинкерная плитка и полфасада вентилируемого. Надеюсь, в этом году успеем. Вот откуда берутся дополнительные деньги без квадратуры за работу? А откопаться нормально, все подготовить, почистить цоколь. Что думаете, это нам время занимает, что это бесплатно все? Всегда еще дополнительно сколько-то возьмем. Примерно посчитаем, сколько время потеряли, и раскинем на часы, сколько у нас час выходит. Вот и добавим, что это уже все время отнимает вокруг всего дома. Откопайся нормально. Цоколь клеим на пену. Клей здесь только для того, чтобы лист порегулировать, кривоватый цоколь. Листы-то кривые. Ужас. Потом в шорцах покажу. Погодка супер. Первый раз у нас не получилось за день цоколь обойти. Настолько кривой полистирол, что ужас просто. Плюс болото и дождь все время. Ну ничего, завтра вроде получше погоду обещают. Ну, намучились мы тут с этим синфоном. Кривой какой. Но все равно вот эта вот плоскость как бы. Все. Сдалека вот ровненькая линия. А вот если сблизи, посмотрите, какие бананы, не знаю, камера, о, споймала, видите? Все плоскости, все стороны, все кривое. Мы вот верхнюю сторону так поравняли, конечно, и нижнюю поравняли. Но все равно тут все скачет, пляшет. Вот конкретно видно. Вот тут первый раз нам такой кривой попался, ужас просто. Второй день клеим этот цоколь. 60 метров цоколя обычно мы за день поклеиваем. Еще успеваем немного стен поднять. Да. Так, я люблю вынесенные окна. Играться надо. Всегда вот обдуваю вот это полностью низ, чтоб пене был. А вот эта вот плоскость, это потом все задуется. Так же самое и боковой откос тоже потом задуется, когда окна заклеим. Иначе не достать. Потом уже поздно будет, с трубочками дуть, все равно плотно не задуется. Вот здесь спокойно подход нормальный. Обдуть около сантиметра остается. Пенопласт после цокольного, так сказка клеить. Ровный-ровный. Ровно-ровно все. Ужас какой ровный просто. Ужас. Цокольный он, мне не хватило 2 метра. 2,70 привезли такой. Отсюда, наверное, видно бананище какое. По ходу дела уже как выше поднимем, покажу уже. Вот этот вот весь пир, гора его целая. Он вот, допустим, из окон вот здесь вентилируемый будет. Над окнами вентилируемый, вон ровно с поясом вокруг всего дома пойдет. Здесь вот вентилируемый вверх и туда пошел. Вот как придется этот пир, он с фрезами под балки сунуть, вот это вот вопрос будет. Ну, когда дойдем, будем видеть. Сколько надо с ботинками, с этим выносом окон, ничего не поделаешь уже. Такие проекты. Видите, все подходит, все сходится, все зашло. Вот
будет место потом задуть. Здесь задуть. А вот здесь я сразу задуваю уже как лист ставлю. Окно на окне. Тут окон так вообще миллион на этом доме. Оббежали сегодня весь низ, везде, где без лесов могли. Поклеили. Завтра леса вроде бы с утра. Ставили леса сегодня. Здесь между окон вентилируемый. Здесь тоже. Там тоже. Над окнами здесь тоже. Первый этаж везде поклеили на этом доме. Вот так вот на первом этаже мокрый фасад будет выглядеть, где будет клинкер. Выше будет под балками вентилируемый. Вот это вот надо будет клеить. Завтра поедем на другой объект, плитку. Одну стенку гаражную доклеить. Там тоже оставим фуговку на следующий год. Погода вот эти вот два дня была более-менее теплая, вот клеить приятно было. А потом уже все, дожди, снег около нуля показывает. Ничего хорошего на следующей неделе нас не ждет. Ну, еще пару дней здесь, наверное, поклеим, а потом будем смотреть. Вот здесь тоже, вот вверху под балками вентилируемый. Между окон вентилируемый. Балкон под балконом вентилируемый, везде пир клеится. Такой довольно сложный такой проект. Выходная, суббота. Приехали на другой наш объект. Гаражик вот нам осталось. Здесь доклеить. И все, и оставим заделку швов на следующий год. В этом году уже погода не даст. Хоть плюсовая, все, но очень долго сохнет. Задуешь. Могут сутки двое стоять швы незаделанные. А потом подмерзнуть могут. Если ночью приморозок. Рисковать не будем. Пока вот сегодня тепло, еще завтра тепло. Сегодня вот наклеим, наверное, вдвоем только сегодня. А может и не наклеим, очень много подрезов. Это 10,5 квадратов. Вот подрезов то миллион будет. Оставили все-таки вот на завтра кусочек небольшой. Не осилили. Ну как, осилили бы до темно. Задубели, 4 градуса, холодно. Такая работа, сильно не двигаешься, так очень холодно. Завтра с утречка еще на каких-то 3 часика приедем, вот и добьем. Так совсем неплохо. Вход получился, выглядит симпатично. Воскресенье, 8 утра. Ну ничего, пока есть возможность, надо зарабатывать. Придут морозы, отдохнем. Вот эту вот шапку нам осталось, и вот этот угол вчера вот накрыли пленкой, дождь всю ночь шел, нигде ничего не залило, здесь тоже вот вчера что клеили, все отлично, здесь вот сухо, знали, что дождь будет сегодня, и ночью так заранее накрыли, сейчас доклеим и обратно накроем. Плитки чуть-чуть останется, пару пачек, ничего страшного. Клей польский этот вот. Неплохой клей. Может кто-то скажет, что польский дешевый. А ни черта подобного. Нормальный клей. Главное во время поклейки не замочить стены, чтобы соль не выскочила. И все. Вся математика в клинкере. Если на сухие стены и на сухо клеишь, и два дня постоит без дождя, все, никакая соль не вылезет. Классик, жесть, гнется как черт.
Будем вот подкладывать стирадур и наверх пятерочку пир, чтобы ходить, а то и капут будет. Всю попортим. А через окошко здесь конкретно видно будет. Как ни странно, за всю ночь не улетело наше открывание. Все на месте осталось, значит, ветра так не особо и не было. Поклеечка сегодня ждет обратно. Везде наклоны, балки вырезать. Ничего хорошего. Вторую неделю уже клеим этот дом. Обычно неделька у нас поклейка занимает. Еще, дай бог, на этой неделе закончить, не закончим. Наши мучения продолжаются на этом объекте. Клеим пир двадцатку, где будет вентилируемый. Как всегда, любимые балки. Мурлаты. Все вырезай, обходи. Обдувай. Сразу вот на грибы садим. Тут потом каркас пойдет, бруски два. Пятерочка, ну, 2 по 5 брусок и доска будет седрал. Но это не мы будем делать. Тут еще все криво. Вата вылез, пояс вылез. Ну, клеим уже тут по факту. Тут равнять так мы и месяц не поклеим этот дом. Такая сложность такая. И так везде тут все хорошо, четенько, как всегда, поклеили ДПС. Забывали, окна позадували, все отлично. А вот этот вот так не очень он хорошо идет, медленно клеится очень. Такие грибочки. 240 миллиметров. Йотовская вот голова. Хорошо прижимает. На пену. Немножко пены и на грибы сразу. Потом грибов еще больше прокрутим. Играться тут надо так конкретно. Не работали пару дней, морозики были. Плюс там еще уезжал я на похороны. Сегодня так чуть-чуть плюса есть. Вот приехали обратно клеить. Супер объект наш по сложности. Вот какое еще одно удобненькое место. С пиром тут эти вот панели будут мешать. Тут накрыться надо. Но это может сегодня нет, а завтра вот в это место полезем. Сегодня есть вот и другого. Вот уже этот угол. И за домом вся сторона, все поклеено. Как это только все заармировать и когда? Фиг его знает. Температура не очень показывает. Морозы показывает. Ну, не сильные, там 0, там минус 3, вот такие. Но все равно, может, добавки какие будем добавлять, не знаю. Посмотрим еще. Решим по ходу дела. Пока что клеим. Клеить-то пофиг можно. Сегодня минус 3. Но пена себя хорошо чувствует. И это ж не зимнее. Нормально вот выдувается, нормально ничего не замерзает. Все как надо, высохло, мягко. Никакой муки. Любая другая, сколько работали, вот при минусе мука. Даже и зимняя. Пену посрезали, прошли швы еще, лентой обклеили. Как бы сверху уже вся наша часть готова. Там уже кто-то другой будет делать, седрал крутить. Заармировать вот нам. Какую-то химию должны привезти. Будем добавлять. Ну, немножко снега сегодня нападало. И мороз под утро дал, минус 8. А вот пойдем шлифовать все, подготовим. Цоколь загрибуем. И все, сегодня так где-то на полдня работки только имеем. Ничего клеить не полезем. Приехали на объект. Вчера целый день снег шел. Метель была страшная.
вечером плюс 6 дало, и дождь пошел, черт знает какой. Сегодня все стены мокрые. И ночью опять минус 2 показывает. Хоть и добавки имеем, не будем рисковать. Бред. Потому что сегодня чуть-чуть плюс днем, и все остальные дни минус показывает целую неделю. Чтоб только ночью плюса, чтоб только ночью минуса, а на завтра плюс, то нет. Так не показывает. Так что не рискуем. Оставляем. Пускай стоит. 3 недели мы уже на этом доме с этой поклейкой, с этой погодой мучаемся. Морозы пришли. Собирались армировать. На прошлой неделе очканули, не армировали. Сегодня еще вот сколько этого пира понаклеивали. Медленно он очень клеится. Везде окна вынесены. Балки везде. Второй этаж весь на крыше. Балки. Тут балки. Везде по кругу балки. Как они уже нам надоели. О, снег зеленый. Его еще нам балкон полностью. Еще. Грубо говоря, два дня как их клеится. Вот балкон пятерочкой. На стенку вот над окном еще. 20-ку пира наклеить. Армировать не знаю. Да, выпало один день. Плюс 6 вечером дало, ну как вальнул дождь на другой день. Приезжаем, все мокро. И ночью опять мороз показывает. Ну, даже с химией не рисковали. Неохота потом за свои шиши переделывать весной. Подождем. Еще декабря даже нету, может выпадет. Вот теперь. И заармируем, а так еще тут 2-3 дня имеем еще вот с этим пиром поиграться, поклеить. С квадратов так даже боюсь сказать, сколько примерно. Наверное, много, что-то очень долго мы клеим. Сложный такой домик. Холодно, руки холодно, перчатка все время так мало снимаю в последнее время. Вот и здесь еще вот кусочек вот доклеить. Везде эти балки. Так уже все отшлифовано у нас. Вот где графитовый пенополистирол. Уже все готово под армирование. 30 ноября сегодня. Завтра зима начинается. А мы все это дом клеим. Это пенка. Где тут написано? Вот. От минус 5 до плюс 30. Но мы уже ее испытывали и минус 7. Тоже работает, не мерзнет, расширяется, все отлично. Вот это йотовская голова. Но вкручиваем мы грибочки, которые можно не обязательно мокрый фасад сразу на свежо. А можно и на другой день, через день, через 2 дня. Спокойно можно грибовать. Ничего не трескает с этой головой. Вот последние метры у нас тут осталось. Вот этот потолочек еще. Вот эти ригеля пиром утепить. Утеплить и в гараже. Гараж тоже не отапливается. Там 2 стеночки 10-ой. Ну, завтра наконец-то уже с поклейкой будет все. Вот вчера, позавчера 2 дня не работали. Грубо говоря, уже... Вторая неделя такая, 2-3 дня работаем, не работаем. Погода ничего пока что в ближайшее время хорошего не показывает. Показывает где-то 12-11 числа плюсовая. Чтоб нам заармировать эти. Опалубка сразу будет. Утепляем. Балкончик вот сбоку. Тут еще будет 5-ка, да, тоже как заармируем, леса уберет, уберем и плюс, не знаю, там 5-ка или 7 сантиметров, еще утеплителя точно еще не знаю, и стяжка будет здесь, плюс плитка, как раз под раму окна зайдет. А это вот, что мы наклеим, сейчас будет как опалубка. Последние метры, тут уже все вот готово. Наигрались мы тут сегодня с этими потолками, с этими ригелями. Не
ничего тут быстро вообще не идет на этом объекте. Но ничего страшного. Сейчас отдыхать будем до потепления сегодня. Вот последний денечек. Еще на морозе поработаем. Пару часиков еще. И все, сейчас выйдем только когда уже плюс будет. Ну, может, еще в понедельник приедем, квадраты посчитаем. Минус 2. Ну, это еще тепло. Самый теплый дом на этой неделе. Самый теплый дом, самый теплый, теплый день. Минус 2. Так холоднее было и минус 8, 9, 11 было один день. Так не работали, когда было минус 11, минус 9, по-моему. Два дня вроде не работали. Я уже не помню с этим объектом, уже башка не варит. Сбился с толку. Что на этой неделе один денек. Вот приехали ленточку доклеить, вот что в пятницу клеили. Сегодня вторник. Всю неделю это будем обратно дома сидеть. На следующей неделе плюс. Несколько дней. Приедем заармировать. Коллега, он квадраты считает, а тут и квадраты даже геморно посчитать. Такой объектик, что не возьмись, все очень такое сложное. Другой коллега ленточку заканчивает. Вот, и вот здесь вот немножко потолка осталось обклеить. Всем добрый день. Наш вот объектик зимний, который никак добить не можем. Мы приехали, наконец-то углы ставим. Нулевая температура, вечером уже плюсовая, ночью тоже плюс обещает. И, короче, вся неделя так, 0, плюс 3. Добавляем эту сакрет химию, которая до минус 5. Вроде ничего не мерзнет. Сколько мазали, не мерзнет. Там уже за углом одну стенку заармировали, все нормально. Потому что если без химии, так на инструментах бы мерзло бы сразу видно. Так вот, ставим углы и сразу армируем, чтобы потом на эту крышу больше не лазить. Вот тут убиться можно, скользко. Мы этого пира наложили, чтобы крышу не запачкать и не помять. Там фольгой покрытый, скользкий. Тут вообще аккуратненько ползаем. Можно сказать, как черепахи. Такие дела. Сегодня у нас какое? 11 декабря. Вот это вот вся неделя. Последний шанс заармировать. Армировать едем. Сегодня плюсовая, плюс один, прям ноль был целый день, на вечер плюс. Снега навалило за ночь-то, елки-палки. Леса почистили вчера, думали, что капать будет с лесов, чтобы сегодня не капало, то есть. А тут навалило все равно, придется еще чистить. Несколько дней плюса. Должно у нас все хорошо быть, закончим этот объект. Вот такую химию добавляем. Говорят, до минус 5 держит. Но мы при минус 5, конечно, не делаем. Сейчас 0 и уже плюс скоро будет. Чтобы сильно не рисковать. Снег идет, а мы армируем. Наконец-то всю крышу заармировали. Вниз еще немножко спустили, хватит на сегодня. Уже не мороза боимся, потому что плюс уже. И ночью, плюс и завтра, плюс уже не мороза боимся, а боимся, что начнет все таять сейчас резко. И чтоб не помыло. Химия так работает. Снег так. Лучше бы его не было, но все дни обещаются. Ну, допустим, эта стенка тут нам армировать почти нечего. Вон, там кусочек. Здесь кусочек. Под балконом, там возле витрины кусочек. Так получается. А, и вот еще кусочек. И тут кусочек. Везде кусочки. Тут больше пира двадцатки, чем пенопласта. Здесь тоже вот нечего армировать. Один заход, одна стеночка. Тоже пира куча. Практики везде коллега выставил. Мы вдвоем на крыше были. Коллега третий практик выставлял. Особых квадратов нету, говорю, везде. Везде какие-то углы, все такое здесь такое, все нудное.
как говорится, геморная. Вон крыша высохла, все четенько. Ну как высохла, сохнет, а там мы уже где-то ее в часов 10 уже там первую стеночку заармировали. Какая дорога хреновая будет домой ехать. Задолбал этот снег. Рискуем, конечно, но производитель этой химии на сайте пишет, что до минус 5. Ну, поверим. Тем более не сами мы ее выбирали, а заказчик выбирал. Я бы в такую погоду, как говорится, уже до весны бы все оставил. Потому что и так мы весной будем здесь плитку клинкер клеить. Весной заармировали бы. Просто что? Не знаю, заармируем. Вот вчера что армировали. Высохло все. Ну как высохло? Не замерзло. Никаких звездочек. Обычно если подмерзает, звездочки видно, рисунок. Все супер. Химия, значит, химия работает. Так что будем сегодня уже до конца армировать. Может все, может не все. Сегодня углов очень много ставит. Но химия хорошая. Ну как хорошая, фиг знает. С мороза больше было бы, так мороза ночью не было. Мы армировали, было 0, минус 1. Вечером уже плюс наступил вчера. Ночью уже плюсовая была, и сегодня утром плюс 1. Может, если бы ночью было минус 4, может, и замерзло бы. А так все отлично, все супер. Вот, практик, где ставили вот вчера, вот, все темное, никаких звездочек не видно. А так, если замерзает, я знаю, как выглядит. Тут уже сутки простояло, значит, все отлично будет. Сегодня среда. Вообще вот теперь капает все. Вот это что в понедельник в минус 1 армировали. Все супер, чуть-чуть влажное. Ничего не подмерзло. Это вчера вот армировали. Ничего не замерз. Все супер. Совсем немного осталось у коллеги вот эту гаражную стенку. Доделывает. У меня вот здесь два кусочка. Угол поставил. Этот вот кусочек. И вот этот кусочек еще заармировать. Как бы все пока что на этом. Дюбеля будем. Может, во вторник какой только. 18 декабря сегодня. Конкретная оттепель плюс 6. Что цоколь оставили на понедельник. Дома сидели с четверга. Везде все течет. Снега почти не осталось. Армирование влажное, но твердое, высохшее. Никаких звездочек, ничего. Декабря плюс 6, 3 дня будет плюс 6 и ночью плюс 6. Морозы были чуть ли не 15 градусов и так потеплело. Предпоследний денек мы тут, завтра леса разберем уже. Вот часик прошел, мы уже почти весь цоколь заармировали. Быстро получается у нас, своя система. Один наносит клей, второй чисто только сеткой занимается, сетку ложит. А третий заглаживает, идет, выравнивает. Так, намного быстрее, чем отдельно все бы тут по стеночке взявшись были бы. Тут будет мозаика, так 160 плотности хватает.
Это же где под клинкер так? 220-я сетка. Ну и в дом за водой идти не надо, вот ведра наливает с крыши. Последний день работы у нас сегодня в этом году. Будем отдыхать неизвестное количество времени. Может месяц, может чуть больше. Последние две стеночки. Вот. Грибочек. Нигде ничего не трескает. Вот неделя прошла. Такие грибочки. 3,55. По-моему, 3,55 или 3,75 даже. Нет, 3,55 на тридцатку. Крути моей хватает. Ну все, уезжаем мы с этого домика до весны. Все подготовлено, весной плитка будет. Будем клеить. Сегодня такой денек, тут народу, там что-то копают, тракторы приехали, там трубы тянут. Леса разобрали, вывезли, все. Сейчас час или два часа дня. Вот такой вот объектик. Сложненький. Полтора месяца где-то делали мы его. Ну, конечно, не работали с этим полтора месяца, наверное, две недели. Так что вот такие дела. Продолжение этого домика вы, скорее всего, увидите весной. Весной мы там доклеим клинкер. К этому времени уже будет сделан та часть, где пир клеился, будет там цедрал, доска. Ее, может, уже делают или уже сделали, не знаю. Месяц прошел. И где-то в апреле, март-апрель, да, апрель-май, вот мы там поклеим клинкер и полностью покажу, как будет выглядеть прикольно этот домик. Я думаю, там офигенно он будет выглядеть. Вот такие дела. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много подобных видео еще у меня на канале.